Sift 750 grams of flour, saturate it with oxygen and get rid of unwanted impurities. Просеять 750 граммов муки, насытив ее кислородом и избавив ее от ненужных примесей. In a separate bowl, pour a little warm milk. В отдельную чашу налить немного теплого молока. Put in it 1 tablespoon of dry yeast. Положить в нее 1 столовую ложку сухих дрожжей. 1 tablespoon of sugar. 1 столовую ложку сахара. And a little flour. And mix thoroughly. И немного муки. И хорошо перемешать. Cover with plastic wrap and put in a warm place for half an hour. Прикрыть пленкой и поставить теплое место на полчаса. Spread 2 eggs into a bowl and half a teaspoon of salt and beat a little. В чашу разбить 2 яйца, добавить половину чайной ложки соли и немного взбить. Grate 1 lemon zest. Натереть цедру с 1 лимона. Pour the remaining warm milk into a large bowl. В большую чашу налить оставшееся теплое молоко. Add 75 grams of sour cream at room temperature. Добавить в него 75 грамм сметаны комнатной температуры. And mix well. И хорошо перемешайте. One packet of vanilla sugar, 8 grams. 1 пакет ванильного сахара, 8 грамм. And again mix well. И снова хорошо перемешать. Now add eggs with sugar. Сейчас добавьте яйца с сахаром. And mix well again. И хорошо перемешать. Warm milk will help dissolve sugar more. Теплое молоко поможет побольше растворить сахар. And 130 grams of melted butter. Mix well again. И 113 грамм растопленного сливочного масла. Снова хорошо перемешать. Then add 150 grams of washed and dried raisins. You must first pour boiling water on it. Let it stand, drain,
and dry it. If it is still wet, then you can add a little flour to it. Затем добавить 150 грамм промытого и подсушенного изюма. Его вначале надо предварительно залить кипятком, дать постоять, слить воду, подсушить. Если он все равно у вас влажный, то в него можно добавить немножечко муки. Add lemon zest. Добавляем цедру лимона. Remove the plastic wrap. Снимаем пленку. And gradually knead the dough by adding a little from two bowls. Из дав тёрнит аут. Вот такое тесто получилось. Now cover with a foil and put in a warm place for 3 hours. Теперь сверху накройте пленкой и отправьте в теплое место на 3 часа. In
instead of the form, I use jars for chips. Fill them up to half. Вместо формы я использую баночки для чипсов. Заполнять их надо только до половины. On top, I cover it with the lid from drying out. Let them stand for another 20 minutes. Сверху я прикрыла крышкой от пересыхания. Дать их постоять еще 20 минут. Remove the covers. Снять крышки. Set the temperature 338 Fahrenheit. It is 170 degrees Celsius. Выставить температуру на 338 Фаренгейт. Это 170 градусов Цельсия. Bake until golden brown for about 30 minutes. Выпекать до золотистого цвета примерно 30 минут. You can check them with a wooden stick. If it's come out dry, then they are ready. Проверить их можно с помощью деревянной палочки. Если она выходит сухая, то они готовы. Put on the side and allow to cool. Then they will easily get out of shape. Положить их на бок и дать возможность остыть. Затем они легко выйдут из формы. Put them on the linen towel to cool down. Положите их до полного остывания на льняное полотенчико. Cover them with another linen towel. Сверху прикройте другим льняным полотенчиком. And while they are cooling down, I want to try to make the icing for them. According to the recipe of Lisa's Easy Cook. И пока они остывают, хочу попробовать сделать для них глазурь по рецепту Lisa Easy Cook. Put in a saucepan 150 grams of powdered sugar. Положить в сотейник 150 грамм сахарной пудры.
pour 30 milliliters of water there and bring to homogeneity. Налить туда 30 миллилитров воды и довести до однородности. Now bring to a boil. Теперь довести до кипения. Remove and pour into the bowl. Снять и перелить чашу. In 30 milliliters of water, put 5 grams of gelatin. I have instant. В 30 миллилитров воды положить 5 граммов желатина. У меня быстрорастворимый. Add to bowl and beat with mixer. Now add a few drops of lemon juice. Немного взбили, теперь добавьте несколько капель лимонного сока. And mix again. As the icing hardens quickly, I pour it hot water into another pan. Так как глазурь быстро застывает, я налила в другую кастрюлю горячую воду и опустила в нее первую. I don't pretend to exact execution of Easter cakes, but my dough is also very tasty, and I cook them once off a year in different ways. I just wanted to congratulate the Christian on the great Easter.
health to you all, and God will not leave you. Я не претендую на точное исполнение пасхальных куличей, но мое тесто тоже очень вкусное. И готовлю я их тоже по-разному. Просто хотелось поздравить христиан с Великой Пасхой. Здоровья вам всем, и не оставит вас Бог.